Всем привет! Продолжаем изучать, смотреть интересные картины, гулять по музею изобразительных искусств Будапешта. Христос в доме Симона Фарисея. Автор – мастер легенды о Магдалине, так его называли. Картина выполнена на дереве, дуб 87,5 на 70 сантиметров. Согласно библейской легенде, Симон Фарисей однажды принимал Иисуса в качестве гостя в своем богатом доме. Пир расстроило странное событие. Жившая в городе распутница, которую позже легенда олицетворила с Марией Магдалиной, в знак раскаяния преклонилась перед Иисусом, омыла ему ноги своими слезами, осушила их своими волосами и умастила благовонным маслом. В ответ на возмущение сидящих за столом Иисус сказал: «Прощаются ей грехи ее за то, что она возлюбила много». Эту библейскую историю Евангелие от Луки очень любили живописцы, и в 15 веке она давала возможность для изображения множества тем пира, богато накрытого стола, пышно разодетых людей за трапезы, а также удивительные сцены раскаяния, ибо согласно старинному нидерландскому стихотворению, Магдалина приблизилась к Иисусу, пробираясь меж столов и стульев на четвереньках. Эта картина, находящая в Музее изобразительных искусств в Будапеште, часть средней створки большого алтаря, посвященного жизни Марии Магдалины, отдельной части которой в настоящее время находится в картинных галереях Копенгагена, Филадельфии и Шверина. Художник, создавший этот алтарь, так и остался неизвестным, поэтому в искусствоведении ему дали имя «Мастер легенды о Магдалине». Алтарь был создан между 1515 и 1520 годами, по всей вероятности, в Брюсселе. Сидящий мужчина в тюрбане и справа от него спорящий мужчина встречается и в других сценах алтаря, среди гостей с благоговением, внимающих словам Магдалины. Мужчина в шляпе, по всей вероятности, важный придворный, возможно, член королевской семьи. Видная на заднем плане кухня, написанная живыми мазками, фигуры слуги и свет свечей, отражающийся от медного блюда, подобно сцене распятия на картине Колина де Коттера «Скорбящая Магдалина». И они отражают индивидуальный стиль художника, его свободные от условности формы, ну и свежие краски. Вот все, что я нашел в интернете в картине «Христос в доме Симона Фарисея», автора-художника, мастер легенды о Магдалине, так его называли. Пока-пока, до свидания.